Внимание, внимание, передача началась. Профессор Квад, профессор Квад. Началась. Началась? Здравствуйте, ребята. Ребятки, я вас очень прошу, сейчас еще пару формул допишу, и тогда начнем. Профессор, может, вы их позже допишите? Фух. Дело в том, что я не просто так пишу, не для себя, а для того, чтобы ответить Ване Родионову из села Белое Приморского края, от которого я получил вчера сразу два письма. Два письма в один день? Да, именно так. Ваня написал мне первое письмо, потом месяц ждал ответа, не дождался, и тогда вчера написал второе письмо. И я сразу его получил вместе с первым. А о чем же написал Ваня? Ах да, сейчас прочту. Давайте начнем с первого письма. Оно такое. Здравствуйте, дорогой профессор Кварк. Я хочу стать физиком и открыть что-нибудь. Но мой старший брат говорит, что физики уже до меня все открыли и изучили. Даже какую-то теорию относительности придумали. Поэтому на мою долю уже никаких открытий не осталось. Прав ли мой брат? И что такое, кстати, теория относительности? Дорогой Ваня, в физике еще много неоткрытого, а теория относительности... Теория относительности – это такая штука, о которой можно говорить бесконечно. Начнем с этой формулы. Подождите, подождите, говорить бесконечно. Второе письмо. Ах, да, второе письмо. Еще раз здравствуйте. Я вам писал по почте месяц назад. Спрашивал о теории относительности. Но вы мне почему-то не ответили. Я попробовал сам разобраться в этой теории, но ничего не понял. Мой брат говорит, что в ней вообще никто, кроме Эйнштейна, не разбирается. Прав ли мой брат? И зачем было придумывать теорию, в которой разбирается только ваш попугай? Не разбираюсь я ни в какой бесконечной теории. Это меня, наверное, с Ахиллом перепутали. Ваня перепутал тебя. Не с Ахиллом, друг мой, а со знаменитым физиком Альбертом Эйнштейном. Это он как раз-таки и придумал теорию относительности. Зачем он ее придумал? А вот зачем. Примерно до 17 века люди не видели никаких проблем ни с пространством, ни со временем, ни с движением. Время определяли приблизительно по Солнцу, а позже по не очень точным часам. Пространство считали эвклидовым, то есть таким, каким его описал Эвклид. Простым трехмерным, с длиной, шириной и высотой. Вот такая получалась универсальная система отсчета. А о движении тел рассуждали так же, как Аристотель. Аристотель считал, что движение абсолютно. Например, если отпустить яблоко вниз, то оно полетит прямо вниз. Потому что это для него естественно. А если бросить его в бок, то оно полетит сначала в бок насильственно, а потом резко повернет к земле. Потому что для него это естественно. И откуда ни смотри, это всегда будет так и только так. А потом появился Галилей. Он стал проводить разные опыты с движением тел и с системами координат. Именно Галилей первым заговорил об относительности движения. Представьте себе, что вы скачете на лошади и при этом грызете яблоко, но упускаете его из рук, и оно падает вам на колени. С точки зрения всадника, яблоко полетело прямо вниз по вот такой траектории. Но с точки зрения стоящего неподвижно наблюдателя, яблоко летит по совсем другой траектории. Вот так.
Одно и то же яблоко видится по-разному относительно разных систем отсчета. Но спустя некоторое время появился Ньютон. Законы Ньютона описывают движение тел очень точно. Законы эти не меняются от перехода из одной системы отсчета в другую. Яблоко у всадника падает по одним и тем же законам. Просто чтобы описать его движение в неподвижной системе отсчета, нужно к скорости падения яблока прибавить скорость движения лошади. И тогда все становится на свои места. Долгие годы все было просто и понятно. Но потом появились Вольт, Фарадей, Герц, Максвелл и другие физики. Они открыли и описали электромагнетизм. Но пока эти физики изучали природу электричества и света, они обнаружили, что законы Ньютона вместе с обычным эвклидовым пространством не работают. И вот тогда появился старина Эйнштейн. Он написал сначала специальную теорию относительности, а потом и общую теорию относительности. И все объяснил. В чем же была загвоздка? Что именно не укладывалось в привычную нам картину мира по законам Ньютона и в простом трехмерном пространстве Эвклида? Не укладывалось поведение света. Свет никак не хотел вести себя по законам Ньютона. Скорость света оказалась независимой от системы отсчета. Как точно не измеряй, а она всегда получалась одинаковой. Около 300 тысяч километров в секунду. Ну и что? Ну как что? Ну смотри, представим себе, что мы летим на ракете. Вот в эту сторону. Со скоростью V. Обозначим ее так, буквой V. И включаем на борту лампочку. Свет от этой лампочки несется и вперед. Со скоростью света C. И назад. Со скоростью света C. Итак. Наша ракета летит, а лампочка испускает свет. Что должен увидеть наблюдатель на Земле? Согласно законам Ньютона, наблюдатель должен увидеть, что вперед свет летит со скоростью c плюс v. А назад со скоростью c минус v. Да, это очевидно, это даже я понимаю. Молодец, но самые точнейшие измерения и опыты показали, что это не так. Скорость света в вакууме всегда одинакова, а значит, скорость ее будет 299 792 километра в секунду. Вот основные постулаты теории относительности. Их всего два, и они очень просты. Это принцип относительности и принцип постоянства скорости света. Означают они вот что. Первое. Все законы физики одинаково применимы для любых наблюдателей, если они движутся относительно друг друга без ускорения. Это первое. Второе. Свет в вакууме всегда распространяется с одной и той же скоростью, независимо от движения его источника. Выводы, которые можно сделать из этих постулатов, изменили наши представления о пространстве и времени. А выводы, например, такие. Ни один материальный объект не может двигаться быстрее света.
С точки зрения неподвижного наблюдателя, размеры движущегося с большой скоростью объекта сокращаются в направлении движения. А масса объекта возрастает. Если ракета летит с очень большой скоростью, и часы на ней показывают, что прошел час, то на Земле в это время может пройти, например, 2 часа. Стоп! Как-то часы идут медленнее. Может, они испорчены? Ничего они не испорчены, Эйнштейн. Просто согласно теории относительности, время тоже относительно. И пространство, и время могут для разных наблюдателей сокращаться или удлиняться. Масса тоже может изменяться очень сильно. Конечно, все эти явления происходят только при очень больших скоростях, близких к скорости света. Не понимаю, не могу себе этого представить. Дело в том, что сначала даже сам Эйнштейн, когда уже придумал специальную теорию относительности, не понимал, как вписать в нее гравитацию. Со светом вопрос был решен, но с гравитацией были проблемы. Он думал над этим около 10 лет и нашел объяснение. И вот тогда появилась общая теория относительности. В ней тоже 2 постулата. Нет, только один постулат. Вот какой. Гравитационные эффекты обусловлены не силовыми взаимодействиями, а искривлением самого пространства-времени. А искривление это происходит из-за массы. Да, но пространство не может быть кривым, оно ровное. Это когда-то люди думали, что Земля плоская. И пространство Эвклидово с прямыми осями. Но теперь-то мы знаем, что Земля круглая. И оси не прямые. Теория относительности Эйнштейна говорит нам о том, что пространство устроено еще хитрее. И не только оси могут быть искривлены, но и само пространство может быть деформировано вблизи тел с огромными массами. Ну вот, Ваня, я надеюсь, ты понял, что такое теория относительности Эйнштейна. Ну, не нашего, конечно же, Эйнштейна, а великого ученого Альберта Эйнштейна. Дорогие друзья, мы ждем ваши вопросы по адресу 109-147, город Москва, улица Марксистская, дом 34, корпус 7, телеканал «Радость моя», профессору Кварку или на сайте телеканала www.radostmoya.ru. До свидания, до новых встреч, пока! Пока-пока! Фух, Эйнштейн, а знаешь, о чем я подумал? Что относительно ястреба ты маленькая птичка. Но вот если ястреб будет лететь очень высоко, то относительно него ты будешь очень большой. Есть над чем подумать, Эйнштейн.